Бодрого утра, друзья! Я приветствую всех, кто сегодня вместе с нами на этой утренней прокачке. И напоминаю, что теперь у нас в 6 часов каждое утро будет метафизика от Академии Айше, а в 9 часов будет смехозарядка. То есть мы решили это разделить и делать отдельно. И кому удобно, приходите туда и туда. Но есть категория людей, которые могут только в 6 утра. И есть люди, которые могут только в 9 утра. Ну и так как в 6 утра все-таки большинству людей смеяться громко, ну я говорю о россиянах, да, у кого в 6 утра по Москве все-таки не все могут смеяться громко, потому что, ну, разбудить ближних, разбудить соседей, да, я тоже столкнулась, когда мне, я тут говорю громче, громче смеемся, тут соседи так, стеночка, душ, так, давайте смеяться, как бы зубы дед. Да. А какой же выход еще, да? Выход всегда найдется. Ну, а самый лучший выход, это мы стали проводить в 9 утра. Только летом, когда будем проводить на море, там будет 6 утра у моря, это самое лучшее время. Но сейчас переходим на 9 утра, поэтому сообщите всем, ссылки каждый день пока, по крайней мере, меняются. Поэтому смотрите, кого нет в чате, канал Радости, тоже туда добавляйтесь. Там тоже всегда ссылки. Ну и мы начинаем утреннюю зарядку. И, дорогие друзья, каждый, кто из вас проснулся, посмотрел в зеркало и что сказал? Доброе утро, королева! Да, я на свете всех милее, всех прекраснее, всех белее, да. И, конечно, я на свете всех милее. И мы повышаем свою самооценку, и мы каждое утро включаем метафизику, и мы поднимаем веру в себя, уверенность в себя, и как мы утро начнем, так мы его проведем. И всегда готовим утром водичку, и перед едой тоже обязательно начинайте за полчаса пить немножко горячую водичку, можно с лимончиком, и говорим: «Я умница и красавица, да!» Жизнь прекрасна, там, где я, всегда классно, да. Я мега-лидер, да. Я красивая, молодая, здоровая, да. И с каждой минутой я становлюсь еще энергичнее, еще счастливее, еще жизнерадостнее, да. И знаете, друзья, сегодня вот проводил зарядку, давайте пока немножечко потянемся, я буду рассказывать не зарядку, а сегодня было стартовое событие для суперов, и обратилась внимание на то, как работает сила мысли, да, и японский ученый Масару Эмото, он доказал это на научном опыте с помощью своих экспериментов о том, что когда мы говорим добрые слова, когда мы желаем друг другу добра, говорим любовь и благодарность, спасибо. И вот снежинки, как снежинки, вода структурируется и очень и очень красивые формы имеет. Когда классическая музыка, да, когда вот мы направляем в этот мир добро, то мы вот всему миру несем такой добрый посыл. И наоборот, когда люди ругаются, ссорятся, говорят какие-то плохие слова, то вода структурируется не только ту, которую мы пьем, не только та, которая в пище, но и мы состоим примерно около 80% в зависимости от возраста из воды. Наш мозг – это большей частью вода. И представляете, как мы себя структурируем. Поэтому, друзья, мы обязательно занимаемся йогой смеха, потому что йога смеха, она заряжает на позитив. Мы структурируем себя всем добрым, хорошим, веселым, становимся такими позитивчиками, такими энержайзерами, да, наполняемся энергией, а энергию счастья можно также прокачать, как мышцы в спортзале. Все знают, что мышцы можно прокачать, все знают, что память можно прокачать, да? А вот состояние счастья, наше ресурсное состояние, его тоже можно прокачать. Этим мы будем заниматься каждое утро в 9 утра. Поэтому приглашайте сюда людей. У кого-то эмоциональное выгорание, стоим на носочках, тянемся. У кого-то депрессия, кто-то впал в уныние, что очень плохо. А мы здесь начинаем заряжаться гормонами радости. И не случайно у нас, в нашей компании Super Jump, да, где есть 8 волшебных упражнений, первое, самое главное упражнение, оно именно посвящено смеху, да? И не случайно Владимир Довгань, он из всех более 300 различных упражнений, которые он собирал по всему миру,
Он отобрал 8 самых классных, результативных, суперских жемчужин и на первое место поставил ресурсное состояние, поставил радость, смех, улыбку. И знаете, друзья, наш мозг он не различает, искусственная улыбка или настоящая. Именно на этом построена смехозарядка. Однако я хочу вам задать вопрос, который мне тоже задали вчера. А мне написали, чем же отличается смехозарядка от йоги смеха? Ну, кто знает, просто поднимите ручки или поставьте там какой-то значок. Чем отличается йога смеха от смеха зарядки? И если вы даже знаете, я немножечко дополню. Мы пока стоим на носочках, тянемся, прокачиваем наши ножки, растягиваем наш позвоночек. Итак, смотрите, смехозарядка, она основана на том, что наш мозг не различает искусственный смех или настоящий. И мы начинаем смеяться, и в организме, да, происходит то же самое, как если мы смотрим кинокомедию. Организм набирается гормонами радости. Это наше ресурсное состояние. И вот в таком состоянии мы более энергичны, мы более продуктивны, у нас лучше отношения в семье, на работе, лучше улучшается здоровье. Вот это смехозарядка. Да? Ну, я, например, вечером люблю смотреть какие-то кинокомедии, не каждый раз, но я подключаю к Ютубу и выбираю что-то доброе, хорошее. Мне особенно нравятся комедии советского времени. Да. То есть йога смеха – это целая наука. Это круче, конечно. Почему? Потому что есть, можете прочитать, что такое гелотология. Это наука о влиянии смеха на здоровье. Так вот, основатель йоги смеха Мадан Катария, врач-физиолог из Индии, он долго занимался этими вопросами. Он изучал истории различных людей, которые исцелились с помощью смеха. Например, американский журналист Норман Казинец, который практически был неизлечимо болен, и с помощью смеха он полностью 100% восстановил свое здоровье, даже более чем. Очень крутая история, я уже рассказывала, не хочу повторяться. Но вот он написал книгу «Человек, рассмешивший смерть», потому что он должен был умереть уже по всем диагнозам врача, по своему состоянию. А он рассмешил смерть. Вот что такое смех. И для того, чтобы более было лучшее влияние, воздействие на организм, Мадан Катария включил сюда дыхательные практики. Поэтому йога смеха, йога – это пранаяма, это про дыхание. Это уже про смех как инструмент, не просто как инструмент гормонов радости, а как инструмент для большего воздействия, оздоровительного влияния на организм. Именно поэтому сегодня все больше и больше людей по всему миру занимаются йогой смеха. Именно поэтому сегодня это вводится в реабилитационные центры, особенно вот после ковида, после туберкулеза, после различных там простудных заболеваний. То есть когда важно, чтобы выгнать из организма все эти остаточные явления, все эти слизь, все вот не нужно. И, конечно, йога смеха, она включает различные практики. Это и смехотанцы, это и пальчиковая гимнастика, это различные дыхательные практики, голосовые упражнения, откашливание. Это все инструменты йоги смеха. Ну и так, ребята, мы начнем. И первое правило йоги смеха – это то, что мы делаем вдох животом. Да? При обычном смехе некоторые смеются. Хо-хо-хо-хо-хо. Вот даже слышу такие вот, как даже не смех, а что-то такое специальное. Ну, не знаю, может кто-то что-то видывает. Но мы смеемся сейчас, смотрите, мы делаем вдох, плечи опущены, именно низ живота. А выдох, у нас втягивается пупочек. Вдох, опусти плечи, а только при выдохе животик втягивается. Еще раз вдох и задержим дыхание. Вдох, животик надувается гормонами радости. Держим. Плечи опущены. Не поднимаем плечи, грудь. У нас только низ живота работает. Задержали, погладили животик по часовой стрелочке. А выдох, животик втягивается, как у голодного волка. Да? У нас пупочек прилипает уже к позвоночнику. Поэтому вот это самое главное, первое главное правило – которая и при откашливании, и при голосовых упражнениях, и при смехе. Далее мы надеваем нашу улыбку. Улыбка до ушей, ход завязочки при шее. И одели как очки. Одели шире улыбки.
А теперь открываем широко рот. Да! Вот, то широко открываем рот, да, и обязательно на улыбке. Кто молодец, скажи «Я!» А представляете, если это без улыбки? А, совсем другой вид, да? А мы делаем вот так. И смотрите, чем шире рот, тем больше будет выдоха, потому что йога смеха, она способствует тому, чтобы вы брали не 1 литр смеха, как при обычном смехе, не 1 литр кислорода, а 4 литра кислорода, да? Это круче, поэтому, смотрите, смех должен быть громкий. Открываем рот, чтобы выдох полностью вышел, да? Широко открываем рот, стартово А, потом, когда мы прокачаем наше горлышко, мы уже и другие звуки включаем. И сейчас приготовились, мы берем 2 смеха-мешочка. Да, такие смешные. Включайте воображение, метафизику. Делаем вдох низом живота, плечи опущены. И... Мы не кричим, дед, вот со мной, да, женщина, кому за 70, да, и я тоже обучаю. Не а, мы смеемся. Еще раз вдох. И... Молодцы, молодцы. И теперь включаем самое главное правило в йоге смехе. Оно касается таких инструментов, как откашливание, как голосовые. Это у нас выдох должен быть обязательно дольше. Вот смехозарядки мы на это не обращаем внимания. А здесь мы говорим о более лучшем воздействии смеха как инструмента на здоровье. Итак, сейчас мы будем смеяться долго-долго-долго. И когда у нас не будет голоса, мы представим, что нам постучали соседи злые стеночку, да, и мы начинаем смеяться шепотом, да. То есть нам важно, чтобы полностью выдох пошел. Итак, вдох и громко. И вот тогда, когда уже воздух весь вышел, мы делаем такой жадный, глубокий такой вдох, да? То есть вот я сейчас сделала только один выдох. Несколько человек сделали прерывистые смехи. А на самом деле мы учимся сейчас делать один выдох. Хорошо? Еще раз. Вдох. И... Понятно, да? И сейчас мы с вами будем смеяться и включать тело в дело. Хорошо? То есть представьте, что мы пришли на конкурс по смеху, выбирают победителя, и мы смеемся заразительно, заразительно, ушами, носом, сердцем, локтями, коленями, попами, спинками, пятками, почками, всем-всем. Итак, вдох не живота. И... Смех должен быть громкий, ребята. Мы на 9 часов включили, потому что уже нужно всех будить. Поэтому выдох полноценно, долго-долго-долго. Еще раз вдох. И... И вот такой потом жадный вдох, да? Смотрите, друзья, момент, вот, уже пошло, только хотела сказать, момент вот такого оздоровительного смеха, у вас будет желание отхаркиваться, будет желание откашливаться, сплевывайте слизь, сплевывайте, если не нужно, да, это будет классно, это будет правильно, хорошо? Ну, а сейчас мы с вами будем пить коктейль радости, и мы берем один царский кубок,
второй царский кубок. И сюда наливаем радугу здоровья, а сюда счастье, радость. И все это между собой смешиваем. Смешиваем, мешаем, разболтываем. Пьем и смеемся. А теперь целую бочку, и в эту бочку изобилие, процветание, успех, финансы, здоровье, радость, процветание. Поднимаем эту бочку, поднимаем, поднимаем. И начинаем пить и смеяться. Низким голосом. По себя полили, Дага. Замазались, потому что бочка большая. И вот такой омоложающий крем, мы его так себя втираем хорошо, да? Мы же сюда и радуем счастье, и здоровье, изобилие, процветание, молодость, красоту, все, что у нас в этой бочечке, да? На вкус можно попробовать, а? Вот так себя хорошо втираем, и личико тоже, вот. Да, вот такой наш молодильный клиент, самый лучший, друзья, метафизика, это 95%. А физика, какие бы кремы, какие добавки бы вы не принимали, если у вас грустное выражение лица, если будет тоска внутри, то это не поможет. Поэтому только радость, это лучший залог молодости, красоты и здоровья. Вот, хорошо себе маску для лица, ушки растерли. Вот, спиночку попали, помассировали себя. Хорошо массируем, да. Кошки, вы молодцы, вы классные, вы здоровые, вы сильные, вы крепкие. Вот, животик, вот так хорошо, чтобы у нас, да, не было фартуков никаких отвешек, что у нас был крепкий такой животик. Да, спиночку тоже все помассировали хорошо. Помассировали. Молодцы, молодцы. Немножечко, да, языки добавили. Да. И ручки для осанки короля и королевы. Смотрите, мы берем вот так замок. Вот. И прогибаем спинку, голову вверх. Спинка прогнута, голову вверх. Вот спинка, как седло у лошадки, прогнута. И ручки начинаем качать вверх. А, хорошо, молодцы. Ручки в стороны. И затянемся за спинкой. Локоточки в стороны. И можно смеяться. Да, сантиметрики у кого-нибудь. Хорошо, молодцы. И голова тук-тук в стороны, да? Вот так, вот так. Я молодец. Я умница и красавица. Вперед-назад. Ковш. Вот, как бы вот так вот зачерпываем. Вот так, хорошо. По кругу. В другую сторону. Грудь добавляем. Таз на месте стоит. У нас работает. Вот, можно по точкам начинать. Только верхняя часть, другую сторону. Можете потом дома сами это протренировать. Вот круг. Вот только грудная клетка в обратную сторону. Таз зафиксирован. Голова тоже. А теперь таз наоборот.
Разминаем наши тазобедренные суставы и представляем, что мы сейчас танцуем восточный танец на подиуме. Вот, смотрите, плечи зафиксированы и в другую сторону. И потом можете это в танцах применять. А теперь добавляем корпус больше и потихоньку его прокачиваем, прокачиваем. Вот, прокачиваем. И в другую сторону. Да. Вот так. Отлично. И тянемся вниз. Тянемся, тянемся. Можно расслабить спинку. Зависли. И тянемся, чтобы достать. Достать до пальчиков ног. Хорошо? Вот, попрокачивались. Тянемся, тянемся, тянемся. Вот, ручки свободно. Свободно. То может пальчиками достаем, то может ладошками достаем. Главное, чтобы коленочки не сгибались. Вот. Коленки можно по одной теперь вот так поочередно. Хвостиками помахали и стали волной. Волну мы с вами уже проходили. Хорошо, молодцы. А сейчас мы с вами будем тянуться к волшебному дереву и срывать разные плоды. И потянулись, потянулись, потянулись. Тянемся, 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 тянемся. Оп. И через банан. Чего банан вкусно. Тянемся. Тянемся еще, тянемся, 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 тянемся. И оп. Ой, какой-то маленький. Если давайте его почистим. Хочу на букву И. Еще потянулись. Ребята, будет хорошо, если вы камеры включите, потому что больше в вас будет заходить энергия, идет обмен. Тянемся, 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 тянемся. Ой, что-то такое тяжелое. Ого! Ого! И начинаем чистить. О! 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 А там внутри клад, много-много денежек, ура! И делаем вот эти мерки с денежек, ура! И остается на А, на О, на И. Молодцы. И вдруг нам в голову долетели злые мысли, злые птицы. И они нам начинают напоминать о чем-то плохом, тревожном, грустном. А мы их сейчас отстреливать. Берем нашу рогатку, браслет миллионера. И приготовились к тревогу, а? Так, отстреливаем печальки, а? Болезни, болезни отстреливаем. И еще кому пришло в голову грустно? Какие-то обиды, да? Какие-то обиды. Сейчас мы эти обиды из рогатки, а? Обиды не устали, ускоряются. И наши шиналочки. Хо-хо, ха-ха-ха. Хо-хо, сильнее бьем. Хо-хо. Хорошо, хорошо. Да,
Лучший день, лучший день. Да, Лучший день. на праздник. Миру мир, миру мир, Миру, миром миру, сердечко. Да. Вдох миру. набираем. Воздуха больше. Запах цветов, любимых цветов. Задержали, пропитались ими. А выдыхаем все ненужное. Еще раз вдох. Набираем энергии. Выдыхаем. Все не нужно. Хорошо. Молодцы. Кто молодец? Скажи, я молодец. Попьем водички. Я молодец. Я лучше, я Да. молодец. А теперь, друзья, мы избавились от плохих мыслей. И сейчас мы будем на самолетике писать наши желания и отправлять в небесную канцелярию. Итак, берем самолетики, на крылышке пишем. Каждый пишет, что хочет. Мы три самолетика отправим. Здоровья. Команду, хочу Что команду. пишем еще? Денег. Деньги Команду. пишем. Хорошо, конечно же, да. Написали, сложили. И увидели нашу мишень. И там то, что вы видите, да, то есть там деньги, там здоровье. Приготовили, самолетик запускаем. И... Запустили в небесную канцелярию наши желания. Они обязательно сбудутся. Еще раз пишем. Что еще пишете? Ну, энергия, да, ресурсное состояние, энтузиазм. Здоровье, хорошо, еще раз. Сложили. Увидели мишень. Смотрим. И благодарим первую, благодарим, попрыгаем, поблагодарим. Ну, наверное, кто-то еще что-то захочет. Да, еще не все сказали. Давайте, третий самолетик запускаем. Что пишем? Команда, да? Нас становится много. Командные игроки к нам приходят со всех стран. Да, растут ранги, растут чеки. Да, у всех все Пиши. задумано, сбывается. Написали, кто что, о чем мечтает. Приготовились. И... И взяли, сделали сердечко. У всех, у кого открыты камеры, сейчас залетят сердечки со всеми пожеланиями, которые каждый желал. Сейчас мы будем обогащать друг друга этими сердечками. Открывайте скорее камеры. Энергообмен идет только через открытые камеры. Пожалуйста, Ираида, давайте. И приготовили сердечко. И я, Ирочки, кулинчики. А мне тоже кидайте. Я тоже хочу сердечки. Я тоже от вас кидаю. Камеры включили. И своим партнерам, которые в других странах, в других городах, которых сейчас нет рядышком, взяли сердечко успеха, сердечко здоровья, радости. Молча смеемся. Хорошо, хорошо. А сейчас мы с вами выполним упражнение «Будь здоров», да? И мы уже сказали, что вода, она имеет память, и мы ее просмеяли, и мы ее и пьем, да? Пьем здоровье, счастье. А еще мы с вами будем обливаться. И мы взяли наше ведерко, на котором написано «Любовь и благодарность». И что мы говорим? Мы говорим, я желаю всем счастья и здоровья. С улыбочкой. Я желаю будем выливать и смеяться. Я желаю всем счастья и здоровья. Да. Я желаю вам, друзья, всем счастья и здоровья. Но мы поднимаем свои ведерки, поднимаем.
здоровья и счастья. Людям здоровья и счастья. Хорошо, хорошо, да, лучший день, да, миру мир, миру мир, да, настроение, согласна, давайте немножко нашу считалочку, вчера мы учили, по три пальчика мы. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира. По разу. Соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Это развитие правого-левого полушария, и это профилактика деменции, Альцгеймера, то есть укрепление нашей памяти. И соку, кто выучил, могут еще что-нибудь добавлять или прыгать. Так. Но у кого не получается, смеемся над собой. Да, все смеемся. И соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира, соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. Соку-бачи-бачи, соку-вира-вира, соку-бачи, соку-вира, соку-бачи-вира. А, сейчас сделали. Легкое. Зайчик, пальчик поменяли. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хлопок добавили. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо, молодцы. Занос себя. Руку под руку и за ушко. Раз. Поменяли. Два. И раз. И два. Хлопок добавляем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Попрыгали. Кто молодец? Скажи, я молодец. Кто счастливчик? Я счастливчик. Кто позитивчик? Я позитивчик. Друзья, наши 8 волшебных упражнений. О, я вам обещаю, у вас просто будет море позитив, океан позитив. Со всеми будут самые классные отношения. И будет просто такое здоровье прокачанное. Все. Мы вообще с 5 утра, с 5 утра занимаемся Академией Ше. Там еще в 6 утра идет зарядка, упражнения метафизические. И я вам все рекомендую. Это только первое, первое только. Я уже уверена, что вы добрались гормонов радости. Да? Пройдите все 8 упражнений. Просто будет вам счастье. Гарантирую. Приглашайте всех, кстати, на нашу зарядку, потому что мы ее проводим благотворительно. Приглашайте, и будем людей прокачивать энергетически. И сейчас звук А пропоем. Вдох. Широко, широко, шире. Шире, шире, шире. До конца тянем, тянем, тянем. О, широко. Да, давайте всех посмотрю горнышко, всех здоровые, чтобы всех видела. Звук О. Вдох. Весь воздух помним, да? Хорошо, молодцы. АОУ. Вдох. Животик вниз, плечи опущены. А теперь мы таким оперным голосом. Вдох. До конца все выдыхаем. И давайте звук «Я». Я победитель, я триумфатор. Вот тут помассировали хорошо. Я, как пищалка внутри. Да, я. Хорошо. Ah
Посмеемся за мир во всем мире, пока не отключимся. Сколько у нас тут времени? Ну, у нас еще больше 5 минут, хорошо? И смотрите, будем смеяться сейчас на разные буквы. На О, на А, вот мы горлышко прогрели. Да, давайте немножко откашливаемся. Итак, давайте вдох. Это все-таки тоже важный инструмент. О, А, О, О, И. Будет мокрота, сплевывайте. Еще раз вдох. Не кашляйте. Вот, от всех ненужных залежей избавляемся. И теперь весело прокачиваем себя гормонами радости и счастья на каждую букву, которую мы пропели. И на А, на О, на И, на Э. И низко, и высоко, хорошо? И приготовились. И кто хочет, может лечь, может кататься на диване. Вдох. И... Больше жизни, больше жизни.